Козявки в полости носа – это не что иное, как засохшая слизь. Три точки продукции, точки выработки козявок. Первое – это нижняя носовая раковина. Представим, перегородка носа делит полость носа пополам. Справа и слева находятся нижние носовые раковины. Слизь, которая вырабатывает носовые раковины, засыхает. Вторая точка продукции – это гайморовые пазухи, клетки решетчатого лабиринта, лобные пазухи и этмоидальная пазуха или клиновидная, которую показать на себе невозможно, она находится в середине черепа. Третья точка выработки – это носоглотка. В носоглотке тоже образуется слизь, и эта слизь может подсыхать, но скорее это уже будет не козявка, а вязкая, тягучая, пластилинообразная или клейкая масса. И четвертая точка, как ни странно, это перегородка носа. На перегородке, которая сохнет, она начинает воспаляться, она начинает кровоточить, корочки подсыхают и образуют те самые пресловутые козявки. Ну и самое главное, козявка – это не норма. Если у вас козявки полгода и более, и вы к ним уже привыкаете, не привыкайте, так быть не должно.